Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Энгрей. Надеюсь, в вашей душе найдется тепленькое местечко для игры Dynasty Tactics. Игра от компании Quay 2002 года. Так, перед нами меню. В принципе, здесь мы можем даже друг против друга сразиться. Игра, кстати, для PlayStation 2, если что. Пытался найти русскую версию, даже был, так сказать, торрент на нее, но не качается, так что вот вариантов нет, будем играть американскую. Русская озвучка. Игра начинается с обучения. Нас, в общем-то, учат, как играть, хотя в целом игра простая, но недавно с одного стрима сейчас идет игровое шоу, которое замена E3. Как раз смотрел белорусов известных, где вот подметили, что самой популярной ролевой игрой, то бишь RPG, на телефонах является игра по покраске ногтей. Что меня приводит к мысли, что если столь подобная игра популярна, то очевидно, в принципе, обучение имеет какой-то смысл, но он, конечно, все равно небольшой, потому что эти люди уж точно дальше покраски ногтей не смогут зайти, потому что им будет, ну, совсем... Тут они вообще в жизни разберутся, одним словом. Всего 30 ходов дается, кстати говоря. Теперь нас будут обучать тактикам. Видите, мы можем, допустим, когда наводимся противник, атаковать, применить тактику. Да, если вот мы нажмем R2, то мы прям схема. Мы и так в игре, в общем-то, это видим. Ну и схематично можем еще вот так вот. Так, также вот можно численность включить. Пожалуй, все видим, а? Когда применяется тактика, включается подобная вот анимация самого боя, что, в принципе, отличает эту игру от того, чтобы, ну, типа, персонажи просто друг друга били, скажем так, то визуально бы игра была бы, знаете, как условные шахматы. Так хотя бы ты видишь условно, тебе это реально кажется, знаете, каким-то сражением. Не просто как две фигурки друг друга там, не знаю, циферки отнимают. Так, Жан Фей у нас пехотинец. Кстати, вот играю романс. О трех королевстве стратегии. Там пехота — это вообще, по сути, тип войска, за который играть нельзя. Что он максимально слабейший. Здесь же пехота, в принципе, имеет смысл. Что это за тактика? Так, ну это какая-то тактика, типа, не знаю. А, да, это тактика типа помощи, условно, то бишь. Его такой Джан Фей, люби, помогает. Да, и вот, кстати, еще второй момент в этой игре. Как только применяется тактика на один отряд, на который направлен другой ваш отряд, то, соответственно, типа идет комбинированная, ну, идет комбо, включается комбо, в общем. Один отряд применил тактику на один, ну, на один вражеский отряд, и другой ваш отряд, который может тактику на него применить, он также его применяет уже автоматически, потому что паста не зависит. Но благодаря комбо, кстати говоря, комбо увеличивает сам урон, так что, в общем-то, если вы хотите какой-то жирный отряд в особенности вынести, то это имеет, на самом деле, место быть. В дальнейшем сейчас в обучении нам будут больше показывать, особенно вот за Цао-Цао. Сейчас посмотрю, сейчас будет прям очень жесткое уничтожение как раз отряда с помощью комбо-тактик. Вот. Кстати говоря, видите, вот у них у Цао-Цао написано тактика, circle и ambush. Ну, я сейчас не могу, я за другой отряд, вот за этот отряд Сяху Юана сменил. Я поставил вместо пирса charge, так как если бы стоял пирс, то charge, ну...
Он бы не сработал, а чарт сейчас сработает. Ну, в общем, сейчас вы увидите, почему он сработает. Да, мы выбираем тактику, эмбуш, засада. Он работает только в спину вражеского отряда. Мощная, кстати, засада, конечно, из конницы. Вот видите, он передвигается и происходит комбо. Другой отряд Цахоудуна тоже применяет тактика. Тактику применяет. Ну, это, в принципе, тактика страха, она вроде бы урона не наносит. Да. Минус 20 морали. Но видите, отряд также передвигается и уже попадает на третий наш отряд, Ксяхуюана. И Ксяхуюан применяет чардж. И просто сейчас вы видите, кстати, комбо 3, 5000. В принципе, ну, почти все базовые юниты. И он, кстати, за то, что он, кстати, убил отряд тактикой, он восстанавливает эту тактику. Потому что тактика здесь одноразовая. Вот, допустим, вот видите, Ксяхуюан Цадду применил, у него остался только чардж, все. Больше уже не сможет ничего использовать. Давайте тут пирс используем. В принципе, нам уже тут не обязательно все эти комбы использовать, но, конечно же. Конечно же, с ними будет намного быстрее все. Так как в учении вражеские отряды тактиками не обладают. В целом уничтожаются на раз. Да, кстати, вот еще, как я понимаю, да, подсвечивается, то бишь, если сейчас мы применим какую-то тактику, с помощью которой отряд не уйдет в сторону, да, то Ксяхуюдун применит свою. Ну, давайте сделаем. Еще раз продемонстрируем. Circle. Вроде бы треугольник, если не ошибаюсь. В принципе, отряд уже вражеский почти убит, но сейчас Ксяхуюдун его 100% добьет своей тактикой. И, кстати, должен будет восстановить. 1249. Анджонг повержен. Да, и тактика восстановлена. Так, чтобы, в общем-то, применить ее еще раз. И еще один момент. Видите, вот у Цао Цао есть флаг. И у вражеского офицера вот этого тоже есть флаг. Флаг это, в общем-то, главный юнит. Командующий. В общем-то, если он проигрывает, то битва закончена, поэтому парню с флагом на вашей стороне в особенности проигрывать никогда нельзя. Иначе будет 100% поражение. Блин. Так, блин, я чардж не хочу. Я уведу его далеко, мы, в принципе, его сейчас и так можем добить. У нас тактики кончились, но... Уж урона-то у нас более чем хватит, у нас юниты намного лучше. Но Цяо даже чарджем добить можно, почему бы нет, с помощью тактики. 139, отлично, все, победа. Мне, кстати, довольно сильно нравятся портреты Dynasty Tactics. Знаете, хоть на удивление это одни и те же персонажи, что и в других играх от компании Куэйо, посвященной Трое Царствию, но... Все равно как-то они вот умудряются сделать так, чтобы что-то новое было. Как хоть немного, но новое. Чтобы что-то особенно вот сильно персонажи шлемами своими выделяются. Так, давайте Сунце у нас просто ударит. Пока что, пока что. Заметьте, пока что. Так, давайте посмотрим, что нам предлагают сделать. Увести. Угу. Так, они разойдутся. Ну ладно, пока я не буду тактики использовать. Использую просто атаку луков. Так. Тут мы можем как раз вот пробустить Сунце. Блин, да, я ошибочку небольшую, кажется, сделал. Комбо могло бы быть... покруче, насколько я понимаю.
Ох, вот это было же жестко. Почти сам себя был. Had did it go. Солнце получает баф. Так, у него, в принципе, еще атака с фланга осталась. В принципе, мы тут, если добиваем этого парня с флагом, то нам и не нужно остальных убивать. Да. И в итоге все, победа. Да. Не нужно вообще пытаться даже уничтожать другие отряды вражеские. А вот она, Виктория. Да, и пройдя обучение, мы, в общем-то, переходим к выбору персонажей. Тут всего у нас три компании, так как второе царствие, соответственно, за три, скажем так, царства мы будем играть. Любей, Цао Цао и Сунца. Начнем, само собой, за Любея. Он первый. Born on different days, we vow to die the same day and at the same time. May the heavens bear witness to our oath. If we should break faith and forget our vows, may we be punished by the heavens. We shall strive for the restoration of the Han Empire. Traitors, beware. You will be destroyed. To this, we pledge our lives. Agreed! In this garden, Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei set their feet upon the path of destiny. Soon their fame spread throughout the land. Some years after this oath, Liu Bei receives a request for aid from Tao Qian of Zhu province, who is being attacked by Cao Cao. Liu Bei hurries to Zhu. Печально, конечно, эмулятор не вывозит ну, CG-ролики. Потому что я помню, когда я вот играл на PS2 настоящий, я даже на видеокассеты их записывал, потому что настолько графика оказалась офигенской и невероятной. Да, вот мы первое наше боевое столкновение с Цао Цао. Это опять было небольшое обучение. Вряд ли сам Цао Цао будет в этом первом отряде. Юджин, старина, Цао Рен и Диана, да. Не самые опасные противники. Всегда забавляла эта фраза, блин. We cannot lose, we must. Правда, вот я не понимаю, что он в конце говорит bruce или еще что-то. Видите, кстати, парень с флагом-то у них боится подходить. Там. Так, если не ошибаюсь, вообще можно было смотреть. Вроде бы как. Да, ну этот конник может до нас дойти, но... В принципе, он если до нас доходит, то мы с ним самим будем вести жесткий весьма диалог. Так, Дикой, Айц, Бусти. Так. Посмотрим, а что делает вообще Бусти у нас? Он типа мотивирует и посылает вперед. Как-то так. Давайте пока Дон тогда.
Джанфея поближе. Вот этот неплохо. Единственное, что жалко, да, что мы не можем. Эмбуш доступно. А тут, к примеру, нет, эмбуш только в спину, да? Так. Что мы можем? Давайте посмотрим. Пройти сквозь, пройти так. В принципе, чардж мы можем, наверное, провернуть. Да. Давайте провернем чардж. Сейчас мы забустим Ван Юя. Блин, я не поставил ему, да, тактику? Да, ну это дурак. Тхуак. Полный. Ладно, давайте тогда просто. Джанфей уже тогда просто продамажим. Хотел делать комбо, но забыл, что нужно еще и выставлять-то. Так, сейчас тактику уже против нас. Пирс променят как раз. Свидание. Свидание. Вот, кстати, блок, если не ошибаюсь, он... А, кстати, эмбуш доступно. Давайте. Он вроде полностью блокирует юнита. Повезло нам, на самом деле, что он разблокировался. Кстати, вообще доспехи мне вот тут очень сильно нравятся. Особенно вот у зеленых это любей у нас, в частности. Очень классно смотрятся доспехи воинов. Если не ошибаюсь, возможно, они были взяты из Кассена, потому что в Кассене они какие-то похожие. Так, тут у нас Джанфей, что он может? В общем-то, он может помочь убивать лидера. Мы... Основная для нас задача, так или иначе, это лидера как раз избивать. Любее просто отведем. И добиваем этого парня. Или нет? Нет, добиваем. Окей. Он даже вышел. Вышел из стана. Забавно, тактика страха на Джанфея. Правда, тут показывают только именно бойцов. Все. Саурин был лидером, мы его победили. Да, показывают дела, которые заработали. Уровни также есть. Статы, силы, интеллект и лидерство. Руана и Жанфи повысили уровни. А, это было наше причем нападение. Мы напали и захватили. Тут нам рассказывают некую предысторию этих событий. Но на английском, поэтому читать мы ее не будем. Лубу, кстати, тут вообще шикар. Вот мне больше всего Лубу нравится в плане доспехов. Это вот Dynasty Tactics. По-моему, самый шикардосный у него внешний облик.
как раз вот Лубу встретился с Любеем. Ну, как и, в общем-то, мы могли в других играх видеть. Братья Любея не хотят принимать Лубу, хотя он вроде как навязывается, скажем так, как союзник. Очень сильный. И Любей, в общем-то, принял это в расчет, принял с ним союз. Рассказывает, что у нас есть база. Много, конечно, рассказывают. Я же не припомню такого количества функционала. Так. А, да-да-да, здесь мы потеряли провинцию. Отдали ее Лубу как раз. Смотри, Лубу уже тремя городами владеет. Лу, правда. Правда, что такое Лу, я не знаю. Джибей. Пей. Джибей пей. И Кся... Ну, Ксяопи там мы точно знаем. И Ксяпи. Так, в общем-то, нам тут... Да, это формирование армии. Тут может быть всего 4 юнита в отряде. Да, можем... У отряда может быть только 3 тактики, которые можем экипировать. Джанфея только, точнее, у Ганьё только 2, а Джанфея вроде бы тоже, наверное, 2, да? Да. В принципе, логично. Так, есть ли у нас свободный офицер? Да, Сун Киан, свободный офицер. У него может быть 2000 войск. Всего одна тактика. Он футмен. Можем поменять ему тип. Можем дать предмет, если бы у нас был, у нас его нет. Кстати, а он фри, он имеет в виду нам доступен. Походу он нам недоступен. Или у Любей не может быть больше. Я не сильно понимаю. Такс. Так, давайте закончим. Просто я уже довольно слабовато помню. Так, Цао Цао вторгся на территорию Ли Чжу. Сунце на Ли Йонга. Юань Шао Гон Сунзану объявил войну. Юан Шу объявляет войну Жан Ксиу. Нет. Селек. Селек почему-то не работает. Не весело, не весело, цивилиан. О, кстати, у нас появились новые офицеры. Цао Бао и Джианг Йонг. Вроде обычно Джианг Йонга. Блин, как-то я не понимаю, я не помню, не помню, как нанимать. Релив. А, типа можем сами напасть, да? Ну давайте нападем, раз мы толком ничего не можем. Ну что, дальше там продолжают. А, так-то город был ничейный. Мижу хочет к нам присоединиться. Ну, в общем, я так понимаю, он и присоединился к нам, да?
Так, свободный офицер. А, то бишь, получается, Сун Куан наш, мы его в некий инвой отправили. Ну и туда же и тебя. Такс. Ну, кстати, у нас тут мало что доступно по-хорошему. Да, давайте проверим, можем ли мы с Конронгом воевать. Цао Цао побеждает. Юан Шао побеждает. О, этот сам нанялся к нам. Ну давай. А, тут, кстати, мы могли еще и выбрать. Ой, Сент. У меня ощущение, что я, видимо, делаю не то, что надо. Да, я так понимаю, мы должны напасть на Лубу. Ну давайте. Предатели, я накажу тебя, ха-ха. Ты хочешь сражаться со мной? Хорошо. Да, тут еще, конечно, ограничение, то, что нам какую-то задачу ставят, которую мы должны выполнить за определенное количество дней. Так как, опять же, английский, я не сильно понял, что мы должны делать. Ну, в общем-то, Лубу у нас под определенными предлогами отжал города, поэтому, собственно... В итоге мы с ними будем сражаться. Выбираем. Кстати, вначале это построение выбирается. Сейчас я вспомнил. Жан Фэй не в лесу, поэтому он передвигается, в общем-то, лучше всех. Кстати, тут Лубу опять же нету. Нам дают сразиться с ребятами послабже. Хотя Гао Шун весьма сильный. Жанг Ляо так вообще силач. Ну и Жанг Ба тоже. Так, Гуан нужно вообще из леса, так понимаю, выходить иначе. Иначе он, походу, егерем станет. Будет жрать белок. И вообще прочими непотребствами заниматься. Жанг, наверное, пускай стоит, пускай они к нам подходят. Некая тактика, которая почему-то сработала сразу на двоих. Забавно, однако. Вот такая неприятная, надо сказать, тактика. Так, давай тебя атакуем, а люби нас как раз... В дальнейшем и поддержит, я надеюсь. Так. То есть можно здесь даже чардж применить. Там сзади все равно подпирает противник, и поэтому наши ребята, в общем-то, никуда не передвинутся из-за этого. Так, плюс 12 морали и комбо. Комбо, конечно, это основная тема в игре. Если уж не комбинации делать, то намного дольше будут любые бои. Это же было бы круто. Спиджанг? Нет, Джангфи тут. Хотя не, мому. Можно было тройную даже сделать. Третий отряд противника не пойми, чем, конечно, занимается. Что у нас тут по тактикам? Давайте. А Линк это что? Я всему забыл. А, это вот что-то. Линк снят. Так, Пирс. Ай, блин! Не то. Ну ладно, ничего не поделаешь. Я подумал про комбо, но да, тактика здесь такая, что комбо не сработает.
Так, ладно, в общем-то, подошел их лидер, поэтому давайте его немножко по нему вжарим чуть-чуть хотя бы. Уж когда у нас, по сути, кончатся тактики, то... Тут же у нас будет бой просто обычное избиение. Засада — это неприятно. Так понимаю, засада срабатывает, когда рядом лес. Так, 26 дней. Перчарчу в нашу сторону. Всегда, кстати, выгодно атаковать с фланга, и, ну, разумеется, и в спину. Да больше урона. Бедный любей. Тьма болезненным хотят сделать для него. Все происходящее. Так, в принципе, мы этого парня можем добить и тактикой. Она, по идее, восстановится. То есть мы его добьем все-таки. Она восстановится, и дальше мы сможем, уже думаю, помогать Любею в битве с этим предателем Люйбу. Да. Да-да, даже тактики не восстановили, мы изучили новую тактику, я так понимаю. Ну и, разумеется, восстановили. Рейд. Мощно. Вот он нам задницу подставил, что для нас, конечно, хорошо. Тоже тактику, походу, изучил. Хорошо, хорошо. Я думаю, это последнее применение тактики. Там уже довольно слабенько, на самом деле. 300 человек выбить с помощью тактики, это вообще... Выглядит весьма смехотворным. Видите, поставили Гуан Ю, и он сразу же его атаковал. Даже не нашего лидера. Эй. Я должен развернуться и бить. Так. Давайте тут применим тактику. Кстати, на самом деле не помню, нужно ли пытаться выносить все отряды врага. То есть, если за это какой-то плюс. Ну, больше, конечно, ну, мы больше заработаем левелов, в принципе, это логично. Чем больше сможем победить, тем больше сможем заработать. Проблема, что вражеский лидер так и так сам об нас убьется. Тут Любей в одиночку уже ничего не сможет сделать. Боже, конечно, спиной подставиться. Тоже, смотрите, тактику, походу, выучил. И ты ходят довольно-таки, конечно, тут медленно весьма, надо признать. Ну, пытаюсь я как-то разобраться с этим парнем. Плохо очень у нас-то получается. А, Эйд — это помощь, насколько я помню, да? Ну и сколько они вынесут? Блин, 2000! Ну да, Жангу мы тоже победили. Ну все тогда отлично. Этот сам разбивается. В итоге мы всех троих смогли уничтожить.
Так, отличненько. Что у нас дальше будет? Дела. Он ее больше всех заработал. В итоге левелы все равно отнули все. Он показывает новую тактику. Неплохая. АВ. Тоже, кстати, на двоих действует, получается. Все. Ксяо Пи мы вернули. Лиджу Фос. Там были уничтожены. Дон Джоу still alive. Ну да, это уже после смерти Дон Джоу. Да, тут пишут, что Любей заключает альянс уже с Цао Цао против Лубу. В общем, нам в итоге еще раз написали. Brotherhood. Это братство. Это... О, новый офицер. Мифанг. Нам нужно, как я так понимаю, одолеть Лубу за 8 ходов. В принципе. Где-то около 4 примерно боев, скорее всего, у нас будет. Так, можем ли мы кого-то еще взять в отряд? Походу нет. Да, вот офицеров можем куда-то посылать. Кстати говоря, я и забыл про это. Совершенно, правда, не помню, зачем нам это нужно. Вильям. Ченгуй. А, кстати, заметь, тут пишут, чей он друг. Говорю, Цао Бао, друг Лубу. А этот друг Ченгуя Юаншу. Ну, кстати, как-то можно было нанимать. Вот тут у меня, к примеру, Select почему-то не работает. Пишут Options. Будут доступны, но фиг там. Хотя нет, смотрите, мы тут быстрее можем передвинуться. Сразу же напасть на Лу. Суца продолжает покорять юг. Цао-цао к Юаншу, кстати, вторгся. Забавно. У нас стычка с отрядом Лубу. Правда, не знаю, будет ли там сам Лубу. Но если будет, то это будет сложный бой. Теперь 4, кстати, против нас, а нас до сих пор трое. Нет, Лубу не будет. Но если бы Лубу был, это было бы вообще печалька для нас, скорее всего. Льюбей, Любу. Тактика только одна, причем там конный лучник. Да, обычный лучник, конный. Какой-то стратег, это Ченгонг, скорее всего. Ну да, вот нам рассказали, что есть некие скиллы, которые могут активироваться при определенных условиях. С помощью квадрата на них можно посмотреть. Так, кстати. Да. А, нет, конный лучник это и есть Лубу. Правда, почему у него моделька, конечно, такая всратая? Да. Что-то это как-то печалично для нас. Так, ну дойти он может до сюда, да, вроде бы как. Не, на две он может передвинуться. Ну как раз, если мы Гуан Юя подставим, он сможет на него напасть. Ну, кстати, вот так вот подойдем его.
Конечно, довольно неприятная территория, лес. Может быть, нам на самом деле это и поможет? Может быть, лучники не так будут активны в лесу. Это, конечно, нужно будет еще проверить. А вообще, конечно, печалька, что у него там 8000. Это мне это вообще, конечно, не нравится. Так, что по тактикам у нас доступно? У нас что? Это у нас на два отряда нет. Передвинуться с отрядом. Это далеко проехал. Вот эту применим, потому что эта тактика не очень выгодная, как по мне. Отряд всегда утараканивает хрен знает куда, и после этого ему дольше нужно, чтобы вернуться в бой. Поэтому подобную тактику всегда, как по мне, выгодно юзать именно вот. Когда ты просто, ну, когда вражеский отряд подперли. Так, Чарч, это у нас просто передвинут. Что еще там? А, не, репил нужно, мне кажется, пока что. Так, АВ. Ладно. Сейчас давайте двойной тогда. Двойное комбо сделаем. Конечно, это, ну, удар, как говорится, в лицо, поэтому урон будет не дико мощный, какой хотелось бы. Репил, наверное, до сих пор тратить нельзя. Тоже репил есть. Вау, кстати, рейд через... Я и забыл, что рейд-то через двоих действует. Лубу, кстати, можно отправить. А как далеко? Блин. Я, наверное, хочу. Это на самом деле очень крутая тема. Гоша подлагивает кэш-эмулятор. Тик-тик-тик. Так, что у нас у этого парня? На Чингонг 3500 у него. А, блин, на одного репил делать вообще не вариант. Может быть, Любею тогда уступить? Что у него там по тактикам? Ну, это помощь, по сути дела. Но он, кстати, сможет помочь Жанхфею. А Дико это просто увести вроде бы, да? Пока просто проатакуем вот этого парня. Блин. Ай, блин! Ну все. Наши планы идут по одному месту. Конечно, Лубу все равно полезен. Хотя нет, в принципе, можем тут помочь тогда Гуану. Работает ли у него его тактика? Если мы, блин, ну репил против двоих надо. Ну, давайте пока оставим просто. Вот, поможем ему проатаковать этого. Опять же, в лицо такая себе задная идея, но по идее это... Стратегия помощи, поэтому мне кажется, в принципе. В принципе, не так плохо, не успел посмотреть, сколько отняли. А что ты будешь делать? Проигрываем. Поэтому использую я репил сейчас. В хорошем, нам нужно лобута месить, а не вот этими заниматься.
Ой, блин. Ну, сейчас Гуан Юэ у нас изнасилуют. Ну, я прям, знаете, вспоминаю, как я первый раз играл. Точно так же, скорее всего, я и проиграл первый раз. Тут выиграть нереально. Даже на самом деле не сильно-то я понимаю, что мы должны. Так, селект не работает. Может, не работает. Понятно просто, кто каким будет ходить. Ох ты. При этом Жан-Фей все-таки получил мораль. И потерял ее. Но, правда, не все. Опять получает баф. Это очень плохо. Да. А нет. Комбо не сработало, но фланг нас добьет. На самом деле, единственный вариант, который я тут вижу по-хорошему, это нам нужно было четвертого человека поставить. Видимо, либо я не понял, либо я что-то там до сих пор не понял. Кому и зачем они нужны? Ух ты. А, я тут почти-то последний раз настраивал миллиард галок. Будет ли игре попроще дышаться? Так, что вообще мы можем здесь? А ну-ка, это тактика в спину вообще. Нет, на лаги никак не влияет. Деле довольно, конечно, фигово то, что еще и не понастраиваешь игру. В плане, что лаги именно во время вот этих вот заставочек идут. Кстати, там тактика применилась. Весьма круто, с одной стороны, с другой. Навряд ли нам сильно это поможет.
Не понимаю, что должно ревайв, кстати, сделать. Это опять поднятие морали, да? Да, и люби, кстати, восстанавливаться, в принципе, неплохо. Становиться. Ой, боже ты мой. Вовремя же, ну фейка, да. Тут в полной жопе. Вообще нереально. Хотя бы мало отнимает эти луки. В сути, нам нужно, конечно, лубу мозг выносить. Пойдем дальше все-таки с лумбу драться. Он выживает на один ход. Капец, у него там триллион просто этих тактик. Просто гребаный, конечно, триллион. Это жесть, это да, честность. Честность, конечно. Сейчас его отведут к джангфеям, попробую в спину ударить. Да опять нет, тысяча, реально. Надо было пробовать, наверное, все-таки кого-то попробовать посадить еще в отряд. Так мало. Так мало просто людей у нас. Да, дефицит. Тактика восстановлена. Тактика восстановлена для того, у кого их без того 100 тысяч. Да, любви так вообще копейки от него. Ладно, посмотрим, будет ли это полное поражение или как. Если да, то будет забавно. Потому что выяснится, что записывал зря. Бленк. Конечно. Почему бы нет? Возможно, наши просто отступят условно на базу, все дела. Даже такое в бок любей толком. Кто-то адекватного урона не наносит. А лубу еще в наглую плюс еще лучше использовал. Ладно, уже добьемся так. Посмотрим просто, будет ли это фатальное поражение. Новая тактика. Сун Куан побеждает Яна Байху. Там сняется Мифанг. Да, это, как выяснилось, не полное поражение.
формируем армию. Любей как лидер. Протек. Ну, то кто-то из них может быть. Не понимаю почему. Ну, допустим, пускай это будет также Гуан. А, они, кстати, видите, они раненые. Да, и наконец-то можем кого-то нового. Футмен, Бовмен. Еще один фут. Ну, давайте Бовмена, наверное. Любопытно, у Лубу тоже ранение есть. Ну да. Походу одного офицера на данный момент отсутствует. Кончим ход. Просто интересно посмотреть. Все там просто развлекается. Цехоу Дуну Юаншу. Разились. Ну, Юаншу проиграл. Моя династия. Да. И настала джопа. Блин, это ж как долго восстанавливаться-то вы будете. Кстати, можем тогда этот город захватить. А, а Лубу нападет на нас в это время. Ну, пар. Да. Так или иначе, нужно сражаться. Цивилиан Лиу Йи. Так. Почему-то перестал селект включаться. Настроил кнопку. Что, я попробую сохраниться, и в следующей серии мы попробуем таки сразиться с Люйбу. Не знаю, насколько нам это что-то даст. Возможно. А на этом, друзья, всем спасибо за просмотр. Можете подписаться, это поможет каналу. Написать что-то в комментариях по поводу игры, вдруг вы ее играли или не играли. По первому эпизоду составить. Помню, что вас всех обнимаю, кстати. И надеюсь, с вами еще увидимся. Всем пока-пока.